Наш участковый инспектор, он должен быть, знаете, он должен жить жизнью своего микроучастка, чтобы жители могли по любым проблемам обратиться к нему, чтобы эти проблемы он решал в пределах своей компетенции. И также в городе наводить порядок, да, в сфере всего у нас сейчас в городе по нулевой терпимости, по мелким правонарушениям, чтобы жители были ближе к народу, чтобы жители вместе с нашим полицейским, участковым инспектором, тем же, да, чтобы жители города участвовали в жизни города. Чтобы, знаете, из-за этих мелких правонарушений, когда они будут все говорить нашим сотрудникам, мы будем предотвращать мелкие правонарушения, если да, это будет нам, как мы будем предотвращать большие резонансные преступления.